Есть такая легенда, что собачий лаз преодолеет только человек с чистой совестью. Поэтому вперед. Несколько метров неудобств и все. Я преодолел собачий лаз. Меня зовут Ярослав, и я подземный проводник. Займемся мы сегодня диггерством. Диггеры — это те люди, которые в свое свободное время изучают искусственные подземелья. Это дренажно-штольневая система. Если сказать по-научному, это система вертикальных колодцев и наклонных горизонтальных штолен, которые находятся в склонах и предназначены для отвода лишних грунтовых вод с этих склонок. Мы сейчас находимся в Никольской дренажной системе. Очень долгое время диггерское сообщество, ну и я в частности, мы считали, что год постройки этой дренажной системы 1916. Потому что сзади меня есть комната, где изображен герб Министерства путей сообщения Российской империи, и там на нем написан год 1916. Но буквально в прошлом году удалось достать архивные данные, и мы узнали, что эта система на самом деле намного старше, и она построена в 1860 году. 1916 это был просто год ее реконструкции. Город Киев у нас стоит на холмах, и для того, чтобы не происходили оползни, все киевские склоны изрыты километрами дренажно-штольневых систем. Всего их в Киеве около 100 штук, а протяженность всех дренажно-штольневых систем примерно 90 километров. Мы находимся с вами в дренажно-штольневой системе номер 17. Ее протяженность примерно 3-4 километра. Под землей она находится на глубине от 2 до 30 метров. Температура под землей постоянно колеблется от плюс 12 до плюс 15 градусов. Поэтому летом здесь прохладно, а зимой здесь наоборот тепло. Я начал заниматься диггерством где-то с 2010 года. Всегда было интересно найти какие-то подземные ходы под Киевом, типа на экскурсиях в пещеры Киево-Печерской лавры. Там рассказывали легенды, что вот есть подземные туннели, которые там соединяют Киев и Чернигов, например. Ну и вот первый раз попал с друзьями в дренажно-штольневую систему номер 12. У нас тогда было два фонарика на 4 человек. Мы прошли несколько сот метров от входа, нам стало очень страшно, мы вернулись назад. Потом я уже в интернете нашел единомышленников, диггеров, ну и присоединился к их компании, и вместе мы изучали киевские подземелья. Время от времени мы встречаем и других диггеров здесь. Подземелья часто посещаются, особенно по выходным. По выходным здесь может побывать несколько десятков человек, ну где-то до сотни человек за выходные здесь проходит. В принципе, встретить здесь других людей абсолютно реально. Это место называется Зал трех рас. Когда-то давным-давно из вот этого портала, собственно, вода вытекала в Днепр. Но после реконструкции получился вот такой вот закрытый зал, и вода дальше уходит в трубу, и уже по узкой трубе впадает, собственно, в Днепр. Ну а вот этот вот зал используется диггерами для проведения различных мероприятий, праздновали дни рождения, устраивались разные вечеринки. Я знаю, даже однажды здесь праздновали Новый год. Когда мы спускаемся в эти подземелья, в принципе, мы не нарушаем никакие законы. Самое главное, чтобы мы здесь ничего не ломали, ничего не воровали, то, что могли здесь оставить работники. Находиться нам здесь разрешено. Мало такое, что там встречали работников, просто там здоровались с ними, желали им хорошего дня. Ну, все. И на этом расходились. Но они по своим делам, мы по своим делам. Тем, кто собирается для себя открывать мир подземелья, нужно быть очень внимательными и аккуратными. В Киеве есть подземелья, которые категорически запрещено посещать во время дождя. Это коллекторы подземных рек. Вот подземные реки, они собирают всю дождевую воду с улиц Киева. И если в Киеве начинается гроза, начинается ливень, то уровень воды в этих подземельях может за считанные минуты подниматься до потолка, и очень сильное течение, которое сбивает с ног, можно даже погибнуть. Ну и были такие случаи, когда в коллекторах погибали люди. Два человека погибло в 2003 году, это были опытные диггеры. И два человека погибло в 2008 году, это был парень и девушка, которые не знали техники безопасности и пошли в коллектор под улицей Крещатик,
накануне сильного ливня. По поводу животного мира подземелья, на самом деле он довольно-таки бедный. Вопреки распространенному мнению, крысы здесь не водятся, кушать им тут нечего. Здесь обитают в основном пауки, сверчки, ну и самое интересное, что здесь водится, это летучие мыши. Значит, вот мы с вами стоим рядом с таким культовым местом. Место называется в народе Царский колодец. Самый большой искусственный вообще водопад в Киеве. Его диаметр 4 метра, а высота около 20 метров. Значит, этот Царский колодец был построен одновременно со всей дренажной системой для того, чтобы принимать грунтовые и дождевые воды с Панкратевского яра. Независимо от времени суток, независимо от дня недели, фазы луны, от времени года, от погоды, там постоянно идет дождь. Постоянно капает вода. Есть у нас такая традиция, когда мы новичков посвящаем диггеры, так вот им нужно прийти сюда, зайти в Царский колодец и постоять несколько секунд под каплями воды. Вот так.